третьей школе Десногорска учителя принимали поздравления в канун Дня учителя 4 октября. Праздничное мероприятие проходило в актовом зале. По традиции отметили благодарственными письмами и почетными грамотами лучших из лучших. Педагогический коллектив и пришедших в этот день ветеранов поздравила директор Раиса Сотник. Уважаемые учителя, разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, творческих успехов, терпения, счастья и здоровья вам и вашим близким. День учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты. В третьей школе Десногорска ученики, а вернее воспитанники театра «Авангард», подарили учителям к их профессиональному празднику постановку по комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Зачем же здесь и в этот час и Софья? Здравствуй, Софья! Что ты так рано поднялась? Эта театральная студия существует в школе уже много лет. Занимаются в ней ребята, у которых есть желание играть на сцене. В какой-то степени они уже профессионалы. И вот такой оригинальный подарок ко Дню учителя подготовили они своим педагогам.